хочу вам напомнить, что во вторник, 10 июня, в нашем городе пройдут антитеррористические учения. В ходе учений планируется движение спецколонны автомобилей по маршруту Донгузская, Максима Горького, 8 марта, проспект Победы, Шевченко, Лесозащитная. Время движения с половины 11 утра до 12 дня. Спецслужбы и администрация города просят горожан не предпринимать никаких практических действий. С понедельника, 9 июня, на реконструкцию и перепланировку закрыли рынок «Сокол», но закрыли на время. В субботу, 14 июня, рынок вновь будет работать в обычном режиме. Во вторник, 10 июня, в Оренбурге откроют мемориальную доску народному артисту РСФСР Виктору Борцову. Савва Игнатьевич из «Покровских ворот» стал одним из самых любимых советских киноперсонажей, а его реплики разобраны народом на цитаты. Виктор Борцов родился и вырос в Оренбурге. Детство его прошло в доме номер 8 по улице Кирова. Именно там, 10 июня, в 3 часа дня и состоится открытие мемориальной доски. 10 июня в Оренбурге пройдет первый фестиваль театров Поволжья. На сценических площадках города выступят театры Йошкар-Олы, Казани, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Саранска, Чебоксар, Саратова, Ульяновска и Уфы. Откроет фестиваль спектакль Ульяновского драматического театра «Коварство и любовь» по пьесе Фридриха Шиллера. Постановка завоевала высшую оценку в своем городе в номинации «Лучший спектакль», «Лучшая сценография» и «Лучшая актриса». Начало в 7 часов вечера в Театре музыкальной комедии. И в заключение информация об отключении. Во вторник, 10 июня, холодную воду отключат в некоторых домах по улицам Пролетарской и Юркина. Оренбург-Водоканал проводит ремонтные работы. Если не успеете запастись водой, ее подвоз организуют к домам номер 251 и 265 по улице Пролетарской. Хорошего вам вторника! Не пропускайте рубрику «Город». Мы расскажем вам о самых интересных событиях предстоящего дня.